Добрый день. Я Хайзакиев, председатель Статарского общественного центра, член Лиги свободных наций, член независимого правительства Республики Татарстан. Я считаю, что... Ben Татарстан, özgür Татарстан халкының темсилчисіем. Мы считаем, что татарская организация и черкесская организация должны более тесно взаимодействовать, потому что цель у нас абсолютно одна – это построение наших национальных государств. Ben böyle düşünüyorum ki Çerkez halkı ile Tatar halkının işte savaşı, amacı aynıdır, özgürlüktür. Ona göre birbirimizden haberdar olarak hareket etmeliyiz. Уже полтора года в центре Европы идет кровопролитная, чудовищная война. Наверное, в результате этой конференции будет принят какой-то документ. Так вот, мы предлагаем, чтобы мы, татарская организация, чекистская организация, более тесно взаимодействовали в области действия на мировое общественное мнение, на мировых лидеров, для того, чтобы остановить агрессора как можно быстрее, добиться того, чтобы фашистская Россия потерпела поражение. İşte Avrupa'nın merkezinde 1,5 yıldır kanlı bir savaş sürüyor. İşgalcileri susturmamız için biz Çerkez konseyleriyle beraber çalışmalıyız, beraber hareket etmeliyiz ve eninde sonunda özgürlüğe kavuşmalıyız. Мы считаем, что наша конференция должна обратиться к мировым лидерам Гутерреш, Байдену, Сунаку, Макрону, Си Цзиньпин, Шольцу, Кисида, Трюдо, Мелони с требованием сделать более решительные шаги против агрессора. Ben böyle düşünüyorum ki işte Çerkez Konseyi, işte diasporası tüm dünya liderlerine, Macron'a, Scholz'a, Trudeau'ya hepsine müracaat etmeli. İşte kendi sesini onlara duyurmalıdır. Первое, это исключить фашистскую Россию из Организации Объединенных Наций. Ситуация абсолютно абсурдная. Страна-агрессор, страна-террорист является членом Совета Безопасности ООН. İşte Birleşmiş Milletler'den Rusya'nı işte devre dışında bırakmamız gerekiyor. Nasıl olabilir ki işgalci bir ülke Birleşmiş Milletler'in özel konseyinin özel üyesidir. Onu mutlaka oradan çıkarmamız için dünyaya sesimizi duyurmalıyız. Всем членам ООН запретить покупать нефть и газ у фашистской России. Тех, кто покупает нефть и газ, считать союзниками агрессора. İşte Birleşmiş Milletler devletlerinin Rusya'dan nefti, petrol ve gaz almasına engellemeliyiz. İşte kim ondan petrol ve gaz alır, o işgalci siyaseti destekliyor gibi. Членам ООН прервать все экономические, политические, дипломатические связи с Россией. Исключить из ООН те страны, которые этого не сделают. İşte Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın iktisadi, siyasi, içtimai tüm işlerden devre dışı bırakmamız gerekiyor. Исключить из ООН и ввести жесткие санкции против стран, через которые идет параллельный импорт России. İşte Rusya'yı destekleyen, tek Rusya değil, Rusya'yı destekleyen diğer ülkelere de büyük yaptırımlar yapması için baskı yapmalıyız. Мы считаем, что необходимо создать мировое общественное движение «Нет войне». Tüm dünya birliğine söylemek gerekiyor ki savaş olmasın. За нашу и вашу свободу, черкесские братья.
özgürlüğünüz için diyor.